лидеры стран, входящих в ОДКБ, встретились 8 ноября в Астане в узком составе. Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. По итогам сессии принят пакет документов. Главы делегаций государств-членов ОДКБ подписали Декларацию Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Лидеры ОДКБ твердо намерены совместно развивать оборонно-промышленные комплексы государств, входящих в организацию. Будут увеличиваться взаимные поставки вооружений, говорится в подписанной в четверг декларации саммита организации. Напомним, в четверг по итогам саммита в Астане Назарбаев заявил журналистам, что Армения хочет оставить при себе этот пост. Но до завершения срока остается год, и Назарбаев считает, что в течение года новый генсек, если он будет от Армении, не успеет даже объехать все страны. Однако окончательное решение на этот счет будет принято в декабре в Санкт-Петербурге. Распространена резолюция городского совета города Лос-Анджелеса, штата Калифорния, США по случаю 30-й годовщины освободительного движения Арцаха, принятая 7 сентября 2018 года. В частности, в резолюции сказано: «Принимая во внимание, что город Лос-Анджелес с гордостью признает 30-ю годовщину освободительного движения Арцаха, принимая во внимание, что 30 лет назад, в феврале 1988 года, народ Арцаха выступил за самоопределение, свободу, демократию перед лицом тирании, принимая во внимание, что на протяжении последних трех десятилетий народ Республики Арцах проявлял стойкость и непоколебимость перед лицом войны, массовых убийств, экономических лишений и других серьезных испытаний, городской совет Лос-Анджелеса постановляет, что принятием данной резолюции город Лос-Анджелес поздравляет Республику Арцах и ее граждан с 30-й годовщиной освободительного движения Арцаха. Городской совет Лос-Анджелеса постановляет, что принятием данной резолюции город Лос-Анджелес поздравляет Республику Арцах и ее граждан с 30-й годовщиной освободительного движения Арцаха, признает самоотверженность, решимость и стойкость, проявленные народом Республики Арцах в крайне тяжелых условиях, и объявляет 10 декабря днем Арцаха в городе Лос-Анджелес. Постановляя далее, что город Лос-Анджелес выражает Республике Арцах и ее гражданам свои наилучшие пожелания мира, процветания и дальнейших успехов, а также призывает международное сообщество полностью признать Республику Арцах как свободное, независимое и суверенное государство. В Ереване открыт первый смарт-парк. Парк на территории, прилегающей к историко-археологическому музею-заповеднику Эребуни, является подарком семьи Бадалян по случаю 2800-летнего юбилея Еревана. Особое внимание при строительстве парка было уделено современным технологиям. В парке установлены солнечные системы, обеспечивающие круглосуточное освещение парка. В парке построены искусственные бассейны, общественный туалет, установлены скамейки, детские площадки и памятники, а также имеется бесплатный Wi-Fi. На территории парка не будет осуществляться коммерческая деятельность. Артем Аветисян признан лучшим учеником года на Камчатке. Весной Артем представит Камчатский край на всероссийском конкурсе «Ученик года». Конкурс был очень увлекательный и интересный. Этот бессонный месяц подготовки я не забуду никогда. У меня была отличная группа поддержки, включая учителей, классного руководителя, заучей, рассказал Аветисян. По его словам, было 6 непростых испытаний, которые требовали кропотливой работы и очень тщательной подготовки. Юноша сказал, что не жалеет ни одной минуты, проведенной на конкурсе. В Лондоне прошел гала-вечер Всеармянского благотворительного союза. Сумма, собранная на мероприятии, предназначена для центров ТУМО. Генрих Мхитарян был награжден за последовательные гуманитарные усилия в отношении молодежи Армении и всего мира. На вечере присутствовали также Юрий Джаркаев, мать и сестра Мхитаряна, дочь бизнесмена из Армении Микаэла Варданяна, Бетти Варданян. В минувшие выходные российский мужской теннис пережил главный за последние 10 лет праздник. Россиянин Карен Хачанов выиграл престижный турнир в Париже, победив в финале Новака Джоковича. Дед Карен Рудольф родился в Ереване, а потом переехал в Москву. По словам Хачанова, Армению он любит, но всю жизнь провел в России и никогда не задумывался о том, чтобы менять гражданство. А вообще, это далеко не первая победа в спорте людей, корни которых связаны с Арменией. Из более известных примеров – фигуристка Евгения Медведева, у которой папа тоже армянин. А на прошлой неделе лидером мировой гимнастики стал Артур Далалаян, взяв 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу на прошедшем чемпионате мира. Семья Хачанова – медики. Отец Абгар занимался волейболом, но предпочел учебу в университете. Мать Наталья также работает в медицине. Можно сказать, Хачанов – классический выходец из московской интеллигенции.
Российский дзюдоист армянского происхождения Арман Адамян одержал победу на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Дьере, Венгрия. Адамян стал обладателем золотой медали, победив в финале немца Доминика Шоенефелда в весовой категории до 100 кг. В полуфинале дзюдоист взял реванш у австрийца Арона Фароя, которому проиграл на чемпионате Европы в 2016 году. «Югстройимпериал» работает на рынке первичной недвижимости с 2013 года. Компания занимается строительством полного цикла, начиная от создания проекта и заканчивая эксплуатацией домов. Discount. Uno sconto. Un descuento. Ein Rabatt. Скидка. Кровельный центр. Как ни крути, скидки для всех и для каждого. Телефон 8 800 1700.